Всем привет! Сегодня снимаю видеоролик о том, начать ли снимать видео или не надо снимать видео, выкладывать их в YouTube или TikTok. Не забудьте перед началом поставить лайк и подписаться на канал. Первое. Нужно ли начать снимать YouTube или TikTok? Да, нужно снимать YouTube и TikTok. Почему? Потому что вдруг вы начнете снимать видео, да, и начнете набирать лайки, популярность, просмотры. Конечно, это не сразу, прям, но постепенно вы сможете набрать, например, определенное количество просмотров, лайков. Вдруг вы станете популярным, вдруг вы пойдете дальше, вдруг вы, например, создадите свой трек, свою песню или что-нибудь еще придумаете свое. Поэтому, я думаю, стоит начинать тем, кто хочет. А тем, у кого есть желание, то может. А кто, если не хочет снимать видеоролики, и у кого нет желания, то может не снимать. Но я бы посоветовал всем снимать видеоролики. В ютубчик или в тикток, куда вы там хотите. Да, и давайте напишите в комментариях, кто начал снимать или кто хотел снимать, но не снимал. Или кто, наоборот, не любит снимать видеоролики в ютуб или в тикток. Напишите в комментариях это все, поставьте лайки и напишите, как у вас дела и как настроение. Или кто уже начинает снимать видеоролики, или кто уже давно начал, кто уже стал, например, набрал много просмотров, лайков, подписчиков, или кто уже стал популярным. И да, давайте наберем на этом видеоролике хотя бы лайков 20-30 и несколько, хотя бы просмотров 100-200. Можно даже и больше. Да, и не забудьте перед концом видео поставить лайк и подписаться на канал. Но я еще не закончила. Я просто вам заранее говорю. Да, первое. Мы определились, например, кто хочет снимать, тот снимает. Кто не хочет, тот не снимает. Ну, мы поняли плюсы и минус. Минус, тебя не будут видеть, например, твои родственники или кто-нибудь еще. Не минус, а плюс. Плюс, это тебя не будут родственники видеть или еще кто-то из твоих друзей, например. Это плюс. Что еще? Да, в принципе, все. Больше я не вижу плюсов. Да, вот такой вот видеоролик. Давайте наберем в конце много лайков. Хотя бы лайков 20. И подпишитесь на канал. Всем пока.